И снова мяч у ворот сборной Италии. Хусаинов подает в центр. Мяч у Иванова. У Хусаинова. И вот он, гол! Его забил Виктор Понедельник с подачи Хусаинова. Продуманная игра советских нападающих, неожиданное перемещение. И вот на 42-й минуте Игорь Численко удваивает счет. Однако окончательный ответ на вопрос, какой из команд придется продолжать борьбу за Кубок Европы, решит ответный матч в Риме.